Здравствуйте. Меня звать Евгений Крюков. Я живу в Германии. Хотел вам немножко рассказать про один инструмент под названием дудук, который я приобрел недавно через компанию dudukist.com. Там мне посоветовали очень добрые люди, как Сюрен и его команда, какой инструмент для меня подходящий будет, как начинающего дудукиста. Я с этим инструментом только столкнулся недавно и быстро понял, что если я хочу иметь хороший инструмент, мне надо профессиональный инструмент брать. Это мне и рекомендовал Сюрен сам. Потому что, как часто бывает, что есть не настоящие инструменты, не профессиональные. И потом очень быстро бывает так, что желание пропадает играть вообще на любом инструменте. Чтоб долго я не думая, я все-таки получил возможность такую через знакомых с Армении. Дудук доставили с музыкального магазина. Я начал на нем пытаться играть. Ударение на пытаться. Потому что ноты не строили. Он какой-то фальшивый был. Звук мутный был. И вот этот, что он не строит, меня раздражало, мне не было интересно на нем играть. У меня есть возможность обрабатывать звук. Я решил его обрабатывать. Но я понял, что это все не оригинально. Звучит некрасиво. И долго не думая, я все-таки заказал себе через эту компанию дудук. И хочу честно признаться, с тех пор я, как имею этот профессиональный инструмент, с настоящим клеймом настоящего мастера, я его бережно очень храню, я очень наслаждаюсь его звуком, и я знаю, что там мастер бережно приложил свои руки туда, с душою сделал этот инструмент. И я наслаждаюсь каждый день, каждый раз, когда я его беру, играю на нем. Я мог часами играть, я вам серьезно говорю. Потому что, во-первых, он звучит очень красиво, качественно и достойно. И он стоит, он даже порой кажется, что можно взять с этой палочки. Люди, которые вокруг меня, они не понимают, что я инвестирую деньги, скажу, недорого. Для этого инструмента это недорого, это возможность есть каждому себе приобрести. За такую флейту отдавать деньги. Я вам честно скажу, здесь цена, это не профессиональный, а это профессиональный. Цена, которую я за него отдал, наверное, раз 10 между ними цена. Можно сказать, дешево и можно играть. Но я вам честно скажу и признаюсь, не делайте ошибку и покупайте себе сувенирный дудук. Вот действительно, это сувенир. Теперь я его могу положить куда-нибудь, чтобы красиво он лежал, выглядел. А играть на нем я уже не буду. Это вам честно скажу. Потому что он не звучит. Это не мастеровый инструмент. А с мастеровым инструментом ты будешь очень долго играть, наслаждаться. Он тебя не подведет. У тебя будет интерес каждый раз брать, настраиваться и играть. И что самое для меня важное было, что у меня есть возможность позвонить, уточнить, если какие-то у меня будут проблемы, если вопросы какие-то будут. Я знаю, что я, если надо будет мне новые трости, я запросто 2 минуты напишу Сюрену, его команде, и они мне очень быстро доставят новые трости. Даже если это, я скажу, уточню не сразу быстро, потому что еще фишка в том, что каждую трость делает тоже мастер. Не делает машинка, а делает мастер. И тоже свое время
это надо, да, заранее заказать, и заранее вы потом получите с вашей трости. Или провести опять разных строев дудуков. Вот. Если кто-то хочет себе приобрести, еще раз говорю, идите на сайт dudukist.ru или dudukist.com. На YouTube вы тоже найдете. Там много, кроме меня, отзывов, которые люди оставили. И вы увидите и услышите, как звучит этот профессиональный инструмент. И вы не пожалеете, если вы там его возьмете. Под конец я хотел на этом новом инструменте, я как начинающий человек, сыграть немножко на нем. И желаю каждому, кто хочет на нем играть, не делайте ошибки. Берите у настоящих мастеров, и вы не пожалеете. И будете с наслаждением играть на этом инструменте. Всего хорошего!